Як і обіцяли синоптики гідрометеоцентру, в Україну прийшла справжня зима. 13 січня вулиці міста повністю запорошило снігом, а на дорогах виникли величезні затори. Чи готові мешканці Дніпра до транспортного колапсу і природної стихії, дізнаємось у них самих. Погода помішала? Ну, ні, в принципі, не помішала. Було складно добратися до остановки, в принципі. Я не працюю, все отлично було. На тролейбусі все добре було, нормально. А пробки були? Нічого не було, все було отлично. Быстро доїхав без проблем. Ну, трактор даже їздить, даже в парки. Я во всем вижу только хорошее. Дорогу перейшли нормально, машини їздять, люди ходять. Он растает через неделю. Это нормально все. Все было дорого. Нет, дорога была не чищена, было очень плохо ехать, заносила машину. А как вы относитесь к приходу настоящей зимы? Вот вас радует? Меня радует. Если бы дороги чистили, меня бы еще сильнее радовало. Не-не-не-не-не. Зиму все очень ждали. Снег такой, полтора месяца. Ну, на то и зима со снегом, она должна быть. Я дома работаю, поэтому, в принципе, я просто гуляю, да. Так что... А как погода вам? Да погода шикарная, не, ну понятно, что есть некоторые как бы вопросы в плане поехать куда-то, добраться, но в целом очень хорошая. Ну, если честно, сел на маршрутку и поехал. То есть абсолютно без проблем. Ир, я не даю интервью. Ну, как бы немножко помешал. Потому что, в принципе, погода такая, много транспорта не ходит, попасть в транспорт невозможно, сложно, сложно. Я поэтому сейчас пешком иду, сейчас иду до центра, туда, чтобы без пересадок, доеду уже на работу или троллейбусом, или чем-нибудь. Ну, вы знаете, я даже не замечала. Почистили, не почистили, погода шикарная, поэтому на городские службы не обращаешь внимания, наслаждаешься погодой. Дрались на работу. Ужасно. Я недалеко живу, поэтому мне все равно пешком хожу. Я по трассе ехала. Ну так, нормально. Страшновато было. Замечательная погода. Прекрасно. А спасибо. Как вам добираться сегодня? Удобно было? На такси. О, легко. Транспорт прекрасно ходит. Я с западного еду. Прекрасно там транспорт ходит. Никаких претензий на сегодня нет.